Мы находимся с задней стороны сушилки и начнем с датчика разгрузки. Этот датчик фиксирует движение разгрузочного шнека. Если разгрузочный шнек перестает работать без видимых причин, выключатель отключит сушилку в течение 5 секунд. На этой же коробке расположен датчик перезагрузки системы разгрузки. Если по какой-то причине прекращается выгрузка зерна из зерносушилки или что-то случится с системой разгрузки, зерно будет накапливаться в этом ящике, приподнимаем его крышку, а выключатель моментально отключит сушилку. В другой части находится ящик для образцов. Если приподнять эту пластинку, из ящика начинают выходить горячие сухие образцы зерна. Еще одной деталью сушилки является датчик влажности. Он предназначен для стандартного использования и устанавливается в этой трубе. Если вынуть датчик, то видим, что он состоит из пластины из нержавеющей стали, которая сохраняет влажность, из медной трубки с датчиком температуры, который сообщает информацию о температуре зерна. В межсезонье, когда сушилка не используется, здесь можно хранить датчик влажности. Теперь перейдем к перфорированной детали, которая пропускает избыточную влагу и тепло из верхней части датчика. Ее необходимо периодически очищать от скопившейся пыли. Чуть выше, над ней, находится ступенька, встав на которую можно дотянуться до конца сушилки. В конце сушилки расположена дверь, которую можно снять, когда сушилка выключена, и вычистить все, что в ней накопилось. Кроме того, есть большая входная дверь со встроенным стеклянным смотровым глазком. Этот глазок предназначен для наблюдения за пламенем внутри сушилки. Дверь с запирающейся ручкой, которую можно запереть для предотвращения доступа посторонних лиц. На двери также установлен внутренний датчик, который используется для обеспечения безопасности, поэтому если кто-то пытается войти в сушилку, он выключается. Сбоку мы видим панель дозирующих вальцев с переключателем и сигнальным диском. Если по какой-то причине вальцы не вращаются, в течение 2 минут переключатель выключит сушилку. Все эти компоненты соединены с коробкой передачи данных. Эта коробка посылает все сигналы на панель сушилки. Отсюда отправляемся смотреть панель, находящуюся в верхнем левом углу сушилки.